так большая делегация из Турции. Я думаю, вкратце их представит русскоговорящая наша гостья Ануш Саркисян. Ну, слово вам, Ануш. Расскажите, пожалуйста, о себе, о тех, кто с вами приехал, и цель вашего пребывания в Беларуси и в Мариной Горке сегодня. Спасибо за возможность интервью. Я сама армянка, живу в Турции и уже 2.5 года действую на территории Турции, была представителем. А сейчас уже открыта турецкая фирма РСВТР, которая тоже занимается тем, чтобы внедрить нашу технологию именно в Турции. И в течение наших этих 2 лет были введены работы, вот, которые довело до этого состояния, что уже 2 представительства из исполкомов приехали именно на площадке увидеть нашу территорию, увидеть все своими глазами, убедиться во всем этом, и чтобы начать уже наши адресные проекты в Турции. Для меня что за чувство? Я вот когда увидела юнибусы и юнибайки, это было рождение как моего ребенка, потому что труд уже как-то дал свои плоды. У меня совсем другие такие смешанные чувства, что даже сказать сейчас ничего не могу. И лучше, чтобы наши друзья из Турции сами передавали свои чувства, ну, сказали, что они чувствуют, когда увидели вот все это. Если можно, тогда пусть они представятся, те, кто хотят сказать, ну, хорошо. А вы переведете. Обязательно. Sizlerden kendi kim olduğunuzu söylemek istiyor ve hani duygularınızı paylaşmak istiyor. Turhan Can'dan, Türkiye'den geliyorum, Çorum'dan. Çorum Belediye Başkan Yardımcısıyım. Yozvay Turan Can'dan. Он является заместителем председателя исполкома муниципалитета города Чорума. Bu yüksek teknolojinin Çorum için ne kadar uygulanabilir olduğunu araştırıyoruz. Они приехали, чтобы понять, насколько можно всю эту технологию внедрить именно в городе Чорума, потому что это высокая инновационная технология. Ulaşım dünyada önemli bir sorun. Bunun yanında çevre ile uyumlu ulaşım daha da önemli bir mesele. Transport это очень важная область, и иметь инновационное высокотехническое транспортное средство очень важно для любого города. Поэтому мы пришли на месте узнать. Skyway'in getirdiği çözüm bize yapılan sunumlarda bizi heyecanlandırmıştı. Bu teknoparkta, bu ekoparkta bu sunumun aslını görmek bizi daha fazla heyecanlandırdı. Потому что я знаю турецкий. Я понял Skyway и экотехнопарк. Да. Он сказал, что во время презентации Skyway у них они очень были вдохновлены и решили все увидеть своими глазами именно на месте, именно на экотехнопарке, и поэтому приехали сюда. Bu icadın, bu teknolojinin ve bu projenin daha yaşanabilir, daha ulaşılabilir bir dünya için bir şans olduğunu görmekten mutluyum. Он говорит, что очень рад, что увидит такую инновационную, скоростную, эффективный вид транспорта, который действительно перевернет мир в лучшую сторону. Bu projeye emeği geçen herkesi kutluyorum. İnşallah bütün dünya için bir şans olur. Bu uygulamalar başlar ve insanlar bugüne kadar ulaşımdan kaynaklanan hem can kayıplarını, hem ekonomik kayıpları, hem çevresel kayıpları bu şekilde aşmış olurlar. Çok uzun oldu. Bak, o сказал, что нет. Он сказал, что эта технология, уверен, что эта технология изменит жизнь на всей планете в лучшую сторону. И в плане экономики, и в плане экологии, и в плане решения вопросов там, погибности, ну, этих аварийных случаев и порчи Земли. Во всех этих планах этот проект все это обязательно решит, он уверен в этом.
и поздравляет всех людей, кто изначально все это приобрел, помог все это, всей этой технике реализоваться. Всем благодарит за их труды. Спасибо большое. Мы также благодарим всех тех, кто приобрел, и кто так же, как и мы, верит в то, что технология SkyWay действительно снизит смертность на дорогах и улучшит экологическое состояние нашей планеты. Спасибо большое. Кто еще из ваших гостей хочет сказать? Kendisi de teşekkür ediyor herkese. Bu hem icadı yapana hem emeğine geçen herkese teşekkür eder. Ve sizlere, çünkü bu icadın gerçekleşme yolda çıkan insanlar da bunun artık hayata geçirmesi için bir emekleri olacak. Biz de SkyWay'e teşekkür ediyoruz bizi ağırladıkları için. İnsanlar daha iyisini hak ediyor ve daha iyisinin de bu proje olduğunu düşünüyoruz. Он говорит спасибо всей команде SkyWay за хорошее принятие, гостеприимство. И уверен, что действительно SkyWay обязательно сбудется и все изменит. Мы в этом не сомневаемся. Спасибо вам большое. Teşekkür ediyorum. Zafer Aynalı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Erzurum ilinden geliyoruz. Erzurum Büyükşehir Belediyesi adına çalıştaya katılıyoruz. Звать Zafer Aynalı, является зампредседателем исполкома города Erzurum. 2 gündür SkyWay ailesiyle Belarus'ta Minsk'te güzel bir çalıştay gerçekleştiriyoruz. Hem два дня, как с командой SkyWay в Беларуси, в городе Минске проводятся работы. Они узнают и показывают все, что надо. SkyWay ailesinin dünyadaki ulaşım sektörüne uzun yıllar hizmet edeceği uygulamalarının hem ofis çalışmalarını hem fabrikadaki üretim çalışmalarını yerinde gördük. Все работы, проведенные за 2 года и в офисе, и на территории фабрики, сами видели. Şu anda da yapılan çalışmaların bir demo olarak uygulamasını yine Minsk'te Ekopark'ta tetkik ediyoruz. И вот. Да. И вот действующая модель, которая работает сейчас на Экотехнопарке, это уже какой-то итог реализации всего этого, всех этих работ, и на месте увидели. Uygulamaların uzun yıllar insanlığa hizmet edeceği kanaati oluştu bizde. Он уверен, что все эти, что этот транспорт долгие годы будет давать свою приносить пользу. Да, приносить пользу и пользователям всех транспортных. Biz de bu sistemin kendi şehrimizde uygulanıp uygulanmayacağı konusunda gerekli çalışmaları yaparak inşallah raporumuzu sunacağız üst yöneticilerimize. Он говорит, что будут выведены рапортные работы, которые будут именно на исполкоме обсуждаться насчет внедрения технологий именно в городе Эрзума. То есть они будут решать, как внедрять, и внедрять или не внедрять. Ну, все это самое будут обсуждать, именно представить отчет, чтобы получить решение вопроса. Bu SkyWay ailesinin çalıştığı bu sistemin Erzurum'da da uygulanması konusunda beraber çalışmayı ümit ediyoruz. Он надеется, что на территории Эрзурума с командой SkyWay будут проведены работы внедрения. Ben insanlığa çok büyük faydası olacak bu çalışmada emeği geçen bütün ailenin çalışanlarını kutluyorum, tebrik ediyorum. Поздравляет и благодарит всем работников, которые имели свой вклад. Внесли свой вклад в создание этих технологий и уверен, что технология обязательно изменит человеческую жизнь. Спасибо большое. Мы также в этом уверены и рады, что приобрели новых единомышленников.
O da çok teşekkür ediyor bu tür düşünceleriniz için. O da emin yani bu teknolojilerin iyi bir yere geleceğine ve sizlere yeni hemfikir olan insanların meydana gelmesinden çok daha mutlu oldular. Biz de teşekkür ediyor. Başarılı çalışmalarının devamını diliyoruz. Он тоже благодарит и говорит, что Надим, не, это. Он говорит, дай бог, чтобы все прошло быстро и все эффектно. Спасибо большое. Thank you. Thank you. Thank you. Еще? Еще? Абдулгафур Yeniay, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanıyım. Абдулгафур Yeniay звать его, и он является начальником отдела транспорта при исполкоме Эрзуру. Приятно нам услышать начальника транспортного цеха, наконец-таки. Отдела. И у нас другой тоже. Это классическая фраза, все ее поняли, все нормально. Ben de burada bulunmaktan çok mutluyum. Что тут находится сейчас? Skyway ailesini tanıdığım için yine çok mutluyum. Очень рад, что познакомился с семейством Skyway. Yapılan bu çalışmaları gördük, çok beğendik. Увидели все работы, которые были уже проведены, очень понравилось все, было хорошо. И вчерашний визит на производство также? Да, конечно. Ve dünkü yani firma gezisi. Ondan bahsedeceğim. Özellikle bu işin teknik açıdan Türkiye'de bize yapılan sunumla burada gördüğümüz arasında teknik açıdan, mühendislik açısından uyumu görmek istiyorduk. Onu gördük. Teşekkür ederim. Evet, когда нам было презентовано вот эта технология в Эрзуруме, как-то чтоб не поверилось, и то, что мы увидели на месте, это все реально, и мы очень рады, что все это было действительно реально. Mühendislik açısından projeyle uygulamanın uygulanabilir olduğunu ve çalışabileceğini burada birebir gördük. Hesaplamalarda inceledik. Bu bizi mutlu etti çünkü dünyaya kazandırılan bir hizmet olduğunu düşünüyoruz. Он как инженер, транспортник увидел все это работы, все расчеты с близко, ну там с технической точки зрения, познакомился, тем более увидел все действующие это самое и очень рад, что все это реально и уверен, что он обязательно сбудется и действительно изменит все человеческой жизни. Мы тоже в этом не сомневаемся. Onlar da bundan hiç tereddüt etmiyorlar. Biz var da giderdik. Hesaplamasını şeysine biz de eminiz Bundan sonrası uygulanabilir olan bu sistemin uygulanması. Bunun için de biz kendi şehrimiz adına gerekli altyapı çalışmalarını yapacağız. Devamını getireceğiz umuyoruz. Başkan ne dediniz? Sistemin uygulanabilir olduğunu. Он уверен, что вот эта система обязательно сработает. И надеется, что вот та же самая система именно в ихнем городе обязательно будет внедрена и все сделает, чтобы оно было внедрено. Спасибо ему огромное от меня лично, Анатолия Эдуардовича и всех наших многочисленных партнеров. Bizzat kendinden ve Profesör Anatoly Eduardovich'in adına hepinize çok teşekkür ediyorum ve bu tür düşünceniz için daha da kat kat teşekkür ederim. Biz de teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Он тоже благодарит и говорит, будьте здравы все. Вы тоже. Biz de sizi Türkiye'de misafir etmek istiyoruz. Приглашает вас в Турцию в гости. Хорошо, как начнется купальный сезон обязательно. Там нету где купаться. Там сейчас надо, там горнолыжные эти. Когда будет Skyway, можно будет купаться, живя за 3000 километров и ездить каждый день без проблем. Skyway orada artık olduğu zaman 3000 kilometre bile olsa her gün gidip gelme şansı çok yüksek olur. O zaman her gün gelir. Thank you. Thank you. Как будет по-турецки строй Skyway, спасай планету? Я в Skyway, Dünyayı kurtar. Вот именно.